Несмотря на то, что зимние морозы пока не торопятся отступать, весна все ближе с каждым днем, и уже совсем скоро улицы Даугавпилса будут пестреть яркими цветами в ожидании самого женственного праздника – 8 марта. Хотя правила, регулирующие торговлю, в последнее время стремительно меняются, с приобретением праздничных букетов проблем возникнуть не должно. Уличные торговцы цветами активно подают заявки в управление коммунального хозяйства, чтобы получить разрешение на работу 7 и 8 марта. В этом году предусмотрено 55 торговых мест в разных микрорайонах. Это немного меньше, чем в прошлые годы, поскольку, планируя расположение торговцев, учитывались актуальные требования. Размер каждого стола не должен превышать 1.5 метра в длину, между ними обязательно должно быть расстояние в 2 метра. Во время торговли как продавцы, так и покупатели обязаны использовать защитные маски и соблюдать общие требования эпидемиологической безопасности. Подать заявку на уличную торговлю цветами можно до 12.00 24 февраля. Более подробная информация опубликована на домашней странице самоуправления daugavpils.lv. Также можно позвонить в управление коммунального хозяйства по телефону 654-764-79. Любая уличная торговля должна быть организована согласно законодательству Латвийской Республики. Поэтому напоминаем, что актуальные ограничения на торговлю относятся также к уличной торговле и коммерции на закрытой и открытой территории рынков. В оборудованных самоуправлением постоянных местах торговли сейчас можно приобрести следующие категории товаров: сельхозпродукцию собственного производства, рассаду, саженцы и семена собственного изготовления, рукодельные носки, шарфы, платки, варежки и шапки. Список товаров, разрешенных к очной торговле, может меняться. Продавцов и покупателей призывают следить за актуальной информацией. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.